Ты выбрался. Открывай, не ссы. В пол, в пол. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем SCP Secret Lab. Ты, Серега, поздоровайся. Всем приветики, омлетики. Я буду играть за охранника комплекса, а Серега будет научным сотрудником. Для начала нам надо найти на класс D, Дима, и вытащить их из жопы мира. Пошли тогда, будем сегодня, ребята, четко РПшить, без всяких приколов, все по-честному, как есть, как вы любите. Так что, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Здесь уже кто-то прошелся, Дима. Да? Ну я за тобой иду. Сегодня Серега у нас как ученый, а я буду охранник комплекса защищать его. Ну ты иди впереди, если будешь стрелять, пусть по тебе будут пули. Ну, у Сереги есть суперадминка, он может себе что-то здесь плохое сделать. Могу админа обузить, но я не... Например, мы можем бут-мод, да, подрубить? Да. Но так мы не будем делать. О, центр. Фигушки. А может моя карточка подойдет? Не, не подходит. Так, Сережечка. Тоже, да, не открывается? Да, тут другая карта. О, сейчас будет что-то. Не? Да. Ребята, кто хочет с нами играть, заходите в наш Discord. Играем на нашем сервере и записываем, стримим на SCP Secret Laboratory. Сервер называется dimas.tv или IP вы видите в описании. Сервер наш собственный, поэтому всегда можно поиграть, повеселиться. Он на 30 слотов. Ну и заходите в наш Discord пообщаться, потому что через Discord мы общаемся и записываем. Куда дальше, Серега? Я все иду за тобой, контролирую. Ты молодец, не шаришь. Да. Да я не знаю. Да, все нормально, карта... Ну да, она же рандомно генерируется, поэтому, ребята, ее выучить невозможно. Всегда все по-разному. Но карта одинаковая, наверное, надоела. Люди бы уже тогда все чекали всякие места такие проходные, и было все одинаково. Да. О, может здесь мне пушечка найдется? Ну-ка. О, обезболивающее. О. О, я возьму себе шприца. А ты взял. Я возьму обезболивающее, давай. Да вы задрали, все позабирали. Я не успел себе взять. Нет, ты взял, походу. Так, Серега, иду. Карточка не подходит. Надо искать машину. А какая должна карточка быть? Ну-ка ты попробуй своей карточкой открыть. О, а, Серега. Погнали. У меня лучшая карточка, чем у тебя. Да. Давай, Дима. А я ж профессионал. Он сдох. Сдох, да? Ну ладно, Серега. У него есть граната? Аптечку бери. Аптечка есть. Автомат ты хочешь забрать? Серега! Да что ж ты? Ну, Серега. Я раком стал. Стоять. Он псих какой-то? А что он? А он рядом стреляет. Патроны-то не бесконечные. Че он кричит так? Ненормально, что ли? Че он кричит? Убили. Опа, сидеть. Убили, сидеть, слышишь? Вот они сами какие-то... Одного умотали. Живодеры. Димас, она всегда ржет, даже не по какой привычке даже. Кстати, аккуратно. Сейчас там будут пацаны проигрывать, смотрите. Тут по-любому кто-то проиграет. И так всегда, побежал. Так всегда, кто-то проигрывает. Да. Куда дальше? Да я знаю, что это значит. Бежим, вроде бы сюда. Я знаю, что это значит. Ничего, еще поиграю катак 10, 15. О, выключились, все. Ничья. Филтр, найс. О, сотрудник класса D. Отлично. Красавелла, брателла. Так, сейчас мы выберемся, ребята. Сразу видно, играем с профессионалом. Просто профессионал. Сейчас карточку. О. Закрывайте. Смотрите, он до улучшателя без единой ошибки дошел. Сразу
классно играет. Спидранер. Да. А если карточку в руках держать, она тоже улучшается? Сейчас, пацаны, улучшат, и мы будем красиво убегать. Ну-ка. Все. Какая должна быть? Черная. Черная, да? Пошли. Все, погнали. Слышь, я слышу этого... Нет. Я слышу скромника. Нам жопа, пацаны, нам жопа. Скромник пришел. Блин, он там прям стоит. Слышите? Нам жопа, нам жопа. Там скромник, осторожно. Где скромник? За дверью. Если кто-то один из вас посмотрит, вам всем конец будет. Нельзя смотреть. Главное, на него не смотрите, поняли? Я знаю. Это, наверное, не умрет. Плачет чат, бедненький. Блин, ребята, это кому реально стремновато. Давай мне. Не надо, не надо. Открывай, но не смотри. Открывай, но не смотри. Нам надо выбраться. Открывай, не ссы. В пол, в пол. А чё меня убил сразу? Кстати, не он ли он и был, да. Вот это он расчвякал нас. Офигеть. Он как-то сам попался мне на взгляд, чтоб я на него посмотрел. Вот это он какой-то ненормальный, вниз, ребята. Вниз в пол или вверх голову надо было понять. Я в пол смотрел, и он все равно меня убил. Вот увидишь потом запись. Как так-то? А на него, значит, кто-то другой посмотрел. А, блин, ну, наверное, да, там нас трое было. Кто-то умный очень. Так, Серега, ты за кого играешь? Я охранник, я сейчас вот активизирую... Ну, как это, где? Терминалы. Давай. Чтобы и что будет? Чтобы головку взорвать. Понял, ты будешь, короче, взорвать комплекс, да? Да. Я наблюдаю за тобой. Первый терминал. А что ты ждешь? Ну, планшет забрать надо. А, 14 секунд, я вижу. А, он должен нас наоборот... Опа, повстанец хаос. Ребята, ну красота же. И долго ждать не пришлось. Дима всю малину сейчас мне испортит. А чего? Пацаны, погнали. Серега, ну что, у меня очень мощное оружие в руках. Тебе пора погибать. Сегодня я главный. Блин, классно, столько событий в этой катке. Ну, не все пошло по плану. Готовьтесь, пацаны, может быть стрельбище. Может опять скромник. А вы не смотрите. Че он выкинул? Так, здесь сразу можно открыть. Давайте возьмем карточку. Отлично. Внимательно слушайте. Слышите? Это по нам стреляет? Сейчас, стой. Это ты был? Да. И лох. Серега, ты что ты так тупо проиграл? Хорошо, гранату, световушечку возьму у тебя, Серега. Так. Не, она тебе не поможет. Хорошо, хорошо. Че, дальше идем, пацаны? Сейчас мы постараемся все сделать по красоте. Так, он хилится. Ты, кстати, по-нашему попал неплохо так. Слышу стрельбище. Для успокоения. Вдруг там кто-то мощный бежит. Там что, движ большой? Давайте, потом много людей. Да, сейчас, наверное, будет мясо. Там идет кто-то или нет? Так, хорошо, давайте сюда побежим. Так, так, так. Понькс. Что у нас тут? Пустота. Там ничего нету. Это вообще тупик. Ну? Ну, как видишь, я не знал. Сделать. Карта сюда странно генерируется. Никогда не предугадал. Зараза! Серега, я тебя опять наказал. Ну что ж ты за человек такой? Но... Там SCP идут, Дима, за тобой. Да? Пацаны, там идут SCP. Там скромник опять. Чё, там есть кто-то?
Не двигайся! Там скромник. Он хочет, чтобы я на него посмотрел, а я не буду. Я не смотрю на него. Ха-ха-ха, ребята, я тащу. Блин, там кто-то ходит прямо возле меня. Ребят, мне жопа. Сейчас меня собака убьет. Он ему говорит, что я тут стою, и собака меня кусает. Да, так и произошло. Ну блин, и Серега, они меня опять убили. Леон второй раз меня убил, задрал. Так, я ядерку запустил. А что будет сейчас? Будет ядерный взрыв? Через сколько? Через минуту. Через минуту жопа? Офигеть, офигеть. Давайте хоть успеем, может еще по кого-то пострелять. Такое красное, прикольно. А что делать? Куда, Серега, идти, чтобы выжить? Ты же говорю тебе в игре, а сам вообще в Дискорде. Гениально. Я с тобой, вот, да, я с тобой. Стой здесь, не заходи. Там собака. Блин, я ничего не вижу, темновато. Серега, темно. Убили собаку? Нет, жива еще. Вот сволочь, а. Где она? Так, это повстанцы. Замочили, да, ее? Полекаемся, пока там перестрелка у нас идет. Там скромник уже. Там скромник, кажись. О, да, скромник. Ай, клоц-то у меня просто сенка, молодец. Всех поубивал. Ну вот и скромник. Ты что, он псих? Офигеть. Че, сейчас выиграет из цепи, если он сбежит? Офигеть. А я там карточку до черной обновлял. О, ты еще раз успели? Ну нифига себе. Где этот телепиздрик? Давайте все за ним. Мочим все его. Мочим скромника. Да вообще всех мочим на своем пути. Что ж так темно, а? Я забыл, наверное, подстроить графику. Из степи выиграла? Ого-токо. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в Дискорде. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.